Сейчас борьба с волками очень остро стоит в республике Саха-Якутия. Только за 2012 год от требежа волками мы потеряли 13 тысяч голов оленей. Кроме этого, огромные потери по табунному коневодству. И в итоге за 2011 год ущерб сельскому хозяйству составлен более 100 миллионов рублей. На сегодняшний момент по линии сельского хозяйства Республики Саха-Якутия предусмотрены значительные финансовые средства, это 17 миллионов 250 тысяч, которые направляются на овец-стрел, это 4 миллиона 725 тысяч, 4 миллиона на организацию наземной